окунуться в атмосферу модного шопинга можно в Сочи в выставочном центре Умурпорта. Здесь действительно уникальная атмосфера моды, стиля, качества и неповторимости. Одежда российских и зарубежных дизайнеров, причем как летняя, так и зимняя. Много авторских коллекций. Людям интересно на выставки приезжать, потому что здесь это курорт. С удовольствием люди приезжают, и поэтому и наполняемость выставки всегда большая. И, как говорится, у каждой вещи есть свой покупатель. Кто-то предпочитает одежду исключительно отечественных производителей, кому-то необходима брендовая одежда из Европы. А ищут в Сочи производители именно своего покупателя. Рядом разнообразный ювелирный ряд. Изделия привлекают в первую очередь ценами от производителя и большим выбором. Привезли мы, как всегда, ювелирные изделия с натуральными камнями. Сочи мы любим, люди здесь радушные, веселые и отдыхающие сочинские жители. И в магазинах мы тоже торгуем, но сюда, в Сочи, люди очень разные приезжают. И здесь можно совершенно неожиданного покупателя встретить. Организаторами выставок по традиции являются фирма «Даймонд» и выставочная компания «Сочи Экспо». На этот раз более 80 участников привезли в Сочи свою продукцию. Впервые на фэшн-салоне компании из Беларуси, Литвы, Татарстана, а также Крыма. А это здоровье без лекарств, бальнеокосметология, грязелечение и фито-чаи, приготовленные из растений, растущих на Крымском полуострове. Кроме того, в широком ассортименте представлено красивое, качественное постельное белье. Необычный модельный ряд обуви Джота Шерсть, валенки и для самых маленьких. А вот мужская обувь из Армении. Натуральная кожа, замша, современные дизайнерские разработки. Точно можно сказать одно. Каждый, кто придет на модный базар, который работает ежедневно до 15 сентября в выставочном центре по улице Несебрская, 1Б, найдет для себя изделия и по вкусу, и по кошельку. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.